всем привет! Вы на семейном канале. И у нас очередной челлендж. Сегодня будем играть в игру Слизарио. Там такие змейки ползают, надо увеличить размер. Ну, опять же, папа vs мамы. По три игры, кто победит. Вот кто наберет самую длинную змейку, тот победит. Денис комментирует. Поехали. Я начинаю, да? Поехали. Да, и мне везет, у меня не тормозит. А, сволочи! Сколько я набрал-то? 197. Пока 197. Плохо, плохо. У меня рекорд был 5000. Сколько ты думаешь? Такие жирные. Ну, вот так вот они наедаются. Они часами играют, что ли? Еще когда ты ускоряешь, ты теряешь свой размер. Немножко. Да. Зараза. Я так и знал. Жадность правила сгубила. 304. Ого. Ого, это мало, говорю. И ты контролируешь процесс? Кто у меня там ползает? Змейка? Червячок. Червячок? Ну сейчас, да, коричневый, это червячок. Не знаю, почему Слизарио, там написано slider.io. Почему он называет Слизарио? Неизвестно. Неизвестно, да. Доселе неизвестно. Ого. Это маленький, но видишь, разноцветный, красивый. Красивый червячок, да, Денюш? Играют люди или это? Люди. С компьютером просто слишком. Компьютер глупый. Это мое. Есть цель друг друга убить или нет? Конечно. Ты ешь другого червяка и становишься длиннее и быстрее. Можно, конечно, вот так вот ползать, пылесосить. Но это долго очень. А вот когда ты съешь большого червя, там сразу вырастешь сильно. Если такой погибнет, да? Зараза. Да что, мама? Пересаживайся к папе. 317 у меня был сколько-то. Ну, короче, день, теперь давай, мама будет играть. На ручку. Давай, червячка. Мы будем комментировать. Давай. Нет, лучше водить левый, а правый нажимать треугольник. Ну, господи. Не, смотри. Мама на шаре. Да ладно, что же? Чего ты еще? Ускоряйся! Ты меня съел. 35. Сейчас разберешься. За три раза я не успею разобраться. Ну, некоторые сразу заходят, начинают классно играть. Чего-то не разбираться. Ешь шарики, увеличиваешь длину, справа ускоряешься, чтобы других змеек, ну, червячков подрезать. То есть, если бы ты сейчас взяла неожиданно так и рванула резко в сторону и ускорила бы, то стало бы больше, потому что ты убил бы другого червячка. А, основное условие у нас. Кто проигрывает, целый час ползает, как червяк по полу. Кошмар. Давай как звук пылесоса издает. Кстати, огромные так и катаются. Если ты не берешь сейчас больше очков, чем я, то, наверное, нет смысла продавать. Вот там вот забирай. Там видел, сколько червячков, на которых можно было? В которых можно было поживиться. Аккуратно. Вот, забирай. Смотри, сейчас подрежет. Я съел этот гонял бегающий. А, ты гнала? Ну и что он тебе дал? Не знаю. Я тоже не знаю. Нет. О, большие какие. А что они хотят значки? Не знаю, может змеи чемпионы, которые в топ-10 там ходят. А может просто там скин. Я же тоже особо не играл, не разбирался. Ну, мне кажется, залипательная игра, да?
Можно вечно сидеть и так вот змею катать, червяка. Не, да? Какого цвета у мамы червячок? Какой? Салатовый. Салатовый? Может, желтый? Может, салатовый. Бам. Сейчас подниму. О, забирай, забирай. Аккуратно теперь, аккуратно, аккуратно. Заворачивай, заворачивай. Газани, газани сейчас убьет. Газани. Он здесь себя кружит. Надо было ускоряться. А, черт побери. Ну все, до свидания. Козел. Смотрим, сколько очков. Нет, спасибо. День мамы выиграл. Короче, нет смысла продолжать. Мамы wins. Не, не нажимай, неохота. Вот, сейчас я буду ползать как червяк. День, посмотришь, как папа ползет, как червяк. И так целый час. Ну, мы вам покажем, что начинать будет. Так, мама, держи. Ну, раз папа проиграл, поползли. Да, пап, далеко так не уползет. А что делать? Челлендж есть челлендж. А то пол помоет. Маме сегодня можно не убираться. Ну все, пока-пока.